гравити. Это совершенно новое направление, основывается на древнедаосских методиках боевых искусств, оздоровления и омоложения организма, а также развития личности в целом. Особенностью наших занятий является то, что упражнения все проходят в трехмерном воздушном пространстве. В состоянии гравитации тело вынуждено искать равновесие, и поэтому задействуются все группы мышц, которые обычно не задействованы в обычных фитнес-программах, танцах, боевых искусствах и других видах спорта. Обычно человек не может отключиться, избавиться от многих назойливых мыслей, а здесь вы избавляетесь от всех мыслей и находитесь в состоянии здесь и сейчас. Это так называемая медитация. И когда уже в дальнейшем приходите к некоторому уровню развития, то в состоянии гравитации вы расслабляетесь и ни о чем не думаете, и медитируете. Благодаря нашим занятиям мы не теряем энергию, как приходим, например, в фитнес-зал и занимаясь физическими упражнениями, мы тратим много сил. А здесь немножко вымещается энергия, то есть мы, наоборот, высвобождаем правильную энергию за счет того, что плохая энергия уходит. То есть здесь, если девочки завешиваются на снарядах, мы часто наблюдаем, что идет вибрация из тела. То есть такое напряжение, что тело вибрирует. Вибрирует рука, там, мышцы, спина, чувствуешь поясницу. Это и есть показатель того, что идет очень мощный приток сил, вымещается все плохое, заходит все хорошее, все блоки, зажимы в нашем организме исчезают, и человек действительно чувствует себя намного здоровее, веселее.
стоим, берем тренажер, работаем с тренажером. Здесь фиксации нету. И для того, чтобы человеку на данных четырех веревках сохранить тело в каком-то определенном положении, чтобы была фиксация, он задействует какие-то определенные усилия для этого. То есть благодаря этому задействованы все мышцы, которые в обычной жизни у человека не задействованы, или в спортзале у него там задействованы только 3-4 основные группы мышц, про которые он прорабатывает. Здесь прорабатываются все наши мышцы и даже все те 3 сотни, о которых мы, в принципе, много людей не знают, что они есть у нас в теле, мелкие какие-то мышцы, сухожилия. Обстановка, у меня были проблемы со спиной, и, как бы улучшается очень гибкость, то есть спина ровнее становится, то есть уже чувствуется какая-то легкость. Конечно же, чувствуешь себя после тренировки просто замечательно, нету никакой усталости, наоборот, только лишь прилив сил, и приходишь домой очень бодрым на самом деле. Очень нравится заниматься по сравнению с тренажерным залом, как-то вот там чувствуешь себя, конечно, усталым постоянно, а здесь эффект есть однозначно. То есть, конечно же, мы не ждем какой-то там нереальной красоты тела, но есть результаты, это рельеф тела, это накачиваются все мышцы одновременно, причем вроде бы не прикладываешь особых усилий. Ну и плюс собственного веса, да, то есть, ну и, конечно, эмоциональный прилив. Вот ежедневный, в суете нашей городской, всегда после занятия ты, кажется, еще 150 дел переделать можешь. Ну, да, в моем случае могу посоветовать, как послеродовая реабилитация, то есть спустя месяц после родов, скажем так, я пришла на занятия, вот, скажем, все женские послеродовые животики, вот, все лишние жирки, ручки, все ушло, то есть тело приобретает рельеф, пресс появляется, живот уходит быстро, то есть физическое состояние тела, то есть даже после родов, то есть, ну, чувствуешь себя уверенно, чувствуешь себя стройной, красивой, самое главное, крепкой и здоровой.